Дорогие наши друзья, мы рады всем вам на канале семьи Савченко. В сегодняшнем влоге мы расскажем вам, как у нас продолжается подготовка к переезду, а также как мы готовимся к рождественскому выступлению на колокольчиках, как мы провожаем Лёшу на работу, как мы вместе едем опять смотреть дом. В конце влога мы объявим победителя конкурса лайков и расскажем вам, какие у нас продвижения с переездом, и также сыграем для вас несколько песен. Оставайтесь с нами. Дженнифер, доброе утро. Доброе утро. Джанел, да. Кто делает блинчики? Панкейкс? Да. Я и Алена. Привет, я и Алена. Привет. Покажи, сколько вы сделали блинчиков там. Два. Оладушки. Ням-ням, спасибо. Два. Два только? Вова, опусти руки. Ну что, через год нормально будет. Так, Неля пытается брата, чтобы он выглядел красиво. Во-во-во. Ну и папа играла голландец. Дженни, а ты что там делаешь? No, коробки? For real. Do you like a good wing like that? Хотела показать вам, чем я пользуюсь, заматываю эти ящики шкафов. Я взяла просто вот эту вот пленку пищевую, она у нас здесь очень-очень дешевая. $1, не знаю, сколько километров. И я обвязываю, чтобы они не покорябались, когда мы будем переезжать. Вот так вот пленкой. Вот так вот все углы. Вот все у нас уже пустеет. Все ящики. Скоро вообще все уже будет везде пусто. И вот этот шкаф тоже, вот из которого я вытащила все ящики, чтобы было его легче нести. Как-то тут темно получается. Тоже я обмотаю вот этой пленкой, чтобы не покорябались. Потому что тут полированная поверхность. Ой, этот шкаф нам подарили на свадьбу. Это с нашего еще свадебного набора. Окей, детки, короткое интервью. Тихо, короткое интервью. Викочка, настроение праздничное? Да, хорошо. Тебе нравится Рождество? Отлично. Аленочка? Да. О, и Дженнифер даже подбежала от радости. Маргаречка, тебе нравится Рождество? Да, очень. А что тебе очень нравится на Рождество? Everything. Значит, все, да? Хорошо. Нелечка? Да. А что тебе особенно нравится на Рождество? Что там про Рождество мне все нравится. Хорошо, очень хороший ответ. О, Дженнелла, привет. Привет. А тебе Рождество нравится? Да. На улице красиво? Да. А что на улице красиво? Снег? Когда Рождество? Снег? Лай. Ага, и лампочки, да? Да. Кетенька, а тебе нравится Рождество? Да. Хорошо, а что тебе особенно нравится? Гефт. Что? А, подарки. Точно. Сынок, а тебе нравится Рождество? Да. А что особенно? Когда подарки, и на улице снег идет. Ага. Все так красиво. И огоньки горят, да? Угу. Хорошо, Ангелиночка, а тебе нравится Рождество? Да. О, ничего себе, она даже спела. А почему? По всему, петь, да? Песни и go caroling. Ага, петь песни и ходить. Ага, спасибо. О, кто здесь? Дженнифер, привет. А тебе нравится Рождество? Да. Почему? Подарки. Подарки. И... петь песни? Да. Петь песни, да? Да. И мамочке тоже нравится. Мне нравится, когда мы всей семьей собираемся. Ага, вечером сидим, поем, общаемся. Хорошо, все, всем друзьям привет, 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 детишкам, друзьям хорошие ручки поднимайте. Привет, привет, пока-пока. А теперь поем песню, да? Да. Окей. У нас, правда, все с коробками здесь, вы уж нас простите, но мы переезжаем, поэтому уж как есть. Ага, ну все. Thank you.
девочки, все собирают мне слова. Давай. У нас вот такие слова написаны, чтобы им удобно было держать с одной стороны и с другой стороны. А теперь наступило время объявить победителя конкурса лайков, которой стала Юлия Спинчевска. Ее лайк был под номером 347. Мы вас поздравляем и ждем ваш адрес на нашу электронную почту, и мы вам вышлем открытку, фотографию и несколько наклеек от нашей семьи. Также благодарность всем за лайки, комментарии, за то, что вы с нами. А сейчас мы продолжим наш влог. И собрание, и мама сейчас делает обед. И она режет чикен, курицу. И Джанелл моет посуду. Дженнифер делает сок. Дженни, скажи привет всем. Привет всем. Окей, друзья дорогие, у нас приближаются праздничные дни, Рождество и Новый год. И мы в этом году, мы обычно, у нас такая традиция есть. Ну, во-первых, почему мы так все нарядно выглядим, потому что сегодня воскресенье, вот, и мы еще не успели переодеться, ходили в церковь. И у нас есть такая традиция, что мы высылаем в Америке и немножко в Россию нашим друзьям открыточки, да? Mm-hmm. Вот. И это хорошая такая добрая традиция, когда мы хотим этот праздник от нашей как бы семьи тоже туда передать. Но в этом году мы немножко решили сделать по-другому, вот. По двум причинам. Первое, потому что у нас поменялся адрес, да? Что люди обычно, бывает, назад уже пишут какой-то там thank you, спасибо, там тоже поздравляют. И поэтому мы здесь сделали такой листочек, на нем что нужно будет сделать? Вот здесь есть у нас поздравление с Рождеством Христовым, да? Здесь написан новый адрес наш. А теперь внимание, по краям у нас немножко места есть, окей? Да? И снизу чуть-чуть есть место. Здесь мы напишем свои имена. Для того, чтобы было более по-теплому эти поздравительные, еще хорошо, когда от нашего, именно мы сами пишем наши имена. Окей? Mm-hmm. Так хорошо будет, да? Ну и мы не только это высылаем, также открытка. Ну, это будет приклеено с задней стороны открытки, конечно, да. Это будет приклеено с задней стороны открытки. Ты думала только это, да? Но если только это, можешь себя нарисовать, значит. Сможем. Хорошо, сейчас что мы сделаем? Мы сейчас вот что, пишем три имени. То есть раз, два, три. То есть свое имя три раза, окей? И передаем следующее. Как хотите, по-английски, по-русски, разницы нет. Лишь бы было понятно, что что-то за имя. Можете на английском писать, можете на русском. Окей? И я передаю этот наш столик маленький по кругу, и каждый это сделает. Хорошо, итак, детишки, вся семья. Мамочка снимает, у нас начинаются праздничные дни, и давайте мы этот праздник уже внесем и на русском языке поздравим всех с Рождеством. С Рождеством Христовым! Ну и с наступающим Новым годом, который будет через сколько? Через 20 с лишним дней. С Новым годом! Хорошо, ну все, теперь вперед, поехали! Так, мы все еще переезжаем, вот у нас сейчас все собирается, а девочки наши здесь. Что вы делаете? Вы учите декламацию, да? Да. На Рождество, вот они сидят здесь и учат декламацию. Молодцы, ребятушки. Хорошо, я вот собираю сейчас ехать в поездку опять на траке, собираю вещи. Простите, у нас беспорядок. Здесь наша мамочка мне готовит обед, спасибо тебе. И сынок сегодня, да. Сынок сегодня дежурный. Вот, да, сынок? Он молодец. Он посудку моет, тоже молодец. Убирает. Настоящий мужчина. Это все в жизни пригодится, да, сынок? Будешь... А что, правда? Это, конечно. Жена его будет любить. Конечно же, женушка будет любить. И
Он молодец, ответственный. Сейчас пойдешь погуляешь на улицу, а ты хотел там пойти. Да, туда, в лес? В лесу, да? А, пойдешь там, ясно. Ну хорошо, молодец, сынок, спасибо тебе. В общем, я уезжаю, сынок, ты здесь остаешься за старшего мужчину. Так что ты уж мамочке там помоги, хорошо? Спасибо, брат мой. Мой друг. Ну, молодец, настоящий мужчина, настоящий помощник. Привет. Привет. Настоящая помощница. Да. Она спасибо. Что-то делает вкусненькое. Там жарится, колбаска. Это мне в дорогу, да? Ага. Да, ну все, еще раз извиняемся, у нас сейчас все везде заставлено. Мы уже... Да, пожалуйста. У нас осталось сколько? 5 дней до переезда, да? Ну, 5 это когда мы уже все переезжаем. Ну да, в общем, а подготовки 4 да. дня. Еще много всего надо паковать. Да, 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 да. Ну ладненько. Хорошо, поедем мы в рейс в дорогу. Can we... Все, золотые, пока-пока. Сейчас мы заедем еще в дом тут, да? Ну, в новый. Ага. Денис нам хотел показать. Хозяин дома там, как у них работает, это как называется? Хитер. Отопление дома, все, что да, он покажет. И тогда ты меня уже отвезешь на траку. Вот это у меня жена. Вот он с собой берет на работу вот такой чемодан. Такой тяжелый. У него там тетрадка, витамины, апельсины, какие-то бумажки по работе. Но он весит, я вам скажу. Наверное, как я. В сумке твоей носишь, такая тяжесть там. Маленькая, это вот секрет. Это всем секретом секрет. Вот чаек я взял, друзья. Такой, тихо. Душистый, как сама жизнь, Лидочка делала. А эту штуку мне подарила Викочка, доченька. Как называется он? Термосочек такой. А. И вот я. В общем, сплошные у меня радости. А, мы на маленькой едем? Да, да. А то я к большой еще рвусь. Да, вот мы едем сейчас на этой, на маленькой машине. Заедем сначала туда, к этому, Лидочка в наш будет. Новый дом. А потом уже поедем... Как говорится, safety first. Ремешочек. Все, едем? Safety first всегда. Safety first. Господи, благослови вас, пожалуйста. Вот так быстро пролетели наши выходные дни. Полтора дня. Бомс. Все, нету. Очень насыщенные дни. Потому что мы сейчас переезжаем, поэтому приходится много чего делать, куда-то ехать, собирать вещи, все такое. Да. Да? Ну, такое радостное настроение. Ну да, радостное. Детки все тоже очень сильно радостные, что переезжаем в тот домик. Домик-то поменьше, мы потом заснимем про дом. Но место хорошее, большое такое. Ну, хватит всем места. Там кто-то спрашивал, что будет ли каждому ребенку по комнате. По комнате нет, конечно, у нас 9 деток. 9 комнат, нет. Это надо нам зимний дворец тогда, это самое, в аренду брать. Нет. Вот мы подъезжаем уже к дому. Многим из вас это уже знакомое место, но снимать мы там еще не будем. Еще чуть-чуть и уже покажем вам. Все, подъехали мы к траку. Сейчас Леша пойдет, заведет его, и мы еще тут посидим в машине, погреемся. Сейчас мы уже уехали от дядечки того, посмотрели дом. Ну что, друзья, побыли мы в доме, походили, посмотрели. Снимать мы там не могли. Вот. Показали нам все, что где чего подключается, отключается. Последний разговор, так сказать, с хозяевами этого дома. Вот. Ну а сейчас что? Меня все? Вновь дороги ждут. Я поеду сейчас на траке. Я там уже завел моторчик. Сейчас минут 10. Горят там пары. Минут 10 да, поработает. Я уже поеду. А Лидочка дальше. Недельку собирать будут они последние вещи. Вот и хорошо. Все. И в пятницу все, мы переезжаем. Да, да, даст Бог жизни, все хорошо будет. В пятницу мы планируем, целый день будем переезжать. А вечером к нам приедет большая толпа мужчин. Молодежь. С великими мышцами. И быстренько все перетащим, и уже будем в субботу там. Так что так. Все. Ладненько. Да, все, до свидания, всем пока. До свидания, пока. Все. Потом вам покажем и дом, и расскажем. Еще возле костра посидим вместе, если не будете на холодно. Ага. Да. Все, пока. Пока.
Спасибо большое, что вы смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, задавайте вопросы, приглашайте ваших друзей. Сейчас мы покажем песню, с которой мы готовимся к рождественскому выступлению. И еще раз просим всех прощения за наш беспорядок. Скоро мы переедем и все поставим на места. И, конечно, будем держать вас в курсе наших событий. Всего вам хорошего. До свидания.